станция Сальдон на Днепре критическая. Вот вышли, вот на этом языке можно ходить здесь слева, справа. Просто топ. Руслан заряжает свои оснасточки. Как они нас поддерживают? Посмотрите, что делается. Вот это бутылка, глянь, блин. Это же-то хорошая. Присела. Ого, очень тяжелая. Это очень тяжелая. Вот, друзья, у нас такие вот поклевки. Просто сумасшедший кошмар. О, какая тяжесть приятная. Ботва. Друзья, посмотрите на эту поклевку. Это что? Это что-то. Ой, что-то тяжелое. Надеюсь, это моя килограммовая ботва. Всем доброе утро, 3 часа ночи, а мы, как и прежде, с друзьями отправляемся на рыбалку. Зарекались не ехать уже на зимнюю, на подледную ловлю на Днепр, но посмотрели, так прикинули, до сезона открытой воды еще точно недельки две, а сидеть это время дома и выжидать что-то нам не хотелось. И решили ухватить еще частичку зимней поры и подледной ловли на реке Днепр. Есть опасения, что лед там уже такой слабенький, но я думаю, это уже последний выезд в этом году и будет такое своеобразное закрытие ловли белой рыбы на Днепре на вертолеты. Так что мы сегодня втроем, Миша с нами сегодня не едет, я, Руслан и Андрюха отправляемся на прежнее место, будем охотиться на белую рыбу. Так что, друзья, не переключайтесь, будет интересно. Наша команда в сборе. Руслан, Андрюха, сегодня без Мишки едем. А вещей больше, чем вчетвером в прошлый раз. Так что сейчас выбираемся. Иди меньше. Приехали уже на место. Но хотели сразу выйти на Днепр, но, к сожалению, не получилось. Очень много промоин при заходе. Поэтому мы сейчас около другими путями стараемся зайти на речку. Везде очень много промоин, майн. Такие темные пятна, очень опасные. Но здесь нормально. Двойной лед тоже. Опасная штука, непонятно, что под ним. Вот так сейчас зайдем по ручью такому. А там уже постараемся выйти в Днепр. Майн очень много. Уже весна. Ситуация со льдом на Днепре критическая. Вот вышли, вот на этом языке можно ходить здесь слева, справа. Просто топ. Здесь каша, все проваливается. Так что мы и то возле берега не смогли дойти до тех мест, куда мы хотели. Там просто черный лед. Еще неделя, наверное, лед сорвет. Так что конечно, мы промахнулись с поездкой по поводу того, что закрыться. Но пробуем. Уже приехали, будем ловить возле берега. Рыбы, я скажу, что тянется классно. Сейчас посмотрим на плотно, похоже. Главное, чтобы не соскочило, потому что проблема.
Все-таки решили, собрались, и не теряя времени, сейчас часов 8, начало 9. Буквально за час, за полтора перейдем на другое место. Там вот у меня что-то интуиция подсказывает, что мы там сможем что-то поймать. Там более разнообразие такое, не такое, как здесь. Здесь без варианта, а там есть варианты. Там можно и в забоках посидеть, и на протоке поставить вертолетики, и на мормышку, и на блесну. В общем, хватает все. Так что мы двигаемся в сторону машины и переезжаем на новое место. И у нас планы. Что, друзья, переехали мы на новое место. Ситуация здесь тоже не радужная такая. Хмеляча, как говорится. Вот здесь вообще жесткое место. Я не знаю, здесь, судя по всему, тропа только держит. Кошмар, конечно. Где нормально, хотя лед очень темный. Нормально, слава богу. Здесь такое не сильное, забока небольшая, не сильное течение. Поэтому, может быть, еще нормально и зайдем. Очень приятно. Смотри. Мелочь, да? Ну, пошла, да. У Андрюхи три штучки небольшие. У меня так бодается хорошо. Может, просто что течение здесь. Ух ты! Лодка сошла. Наконец-то рыба пошла. Плотва хорошая, своя густерка. Нормально. Нашли рыбу. Круто. Я не успел заставить. Вот это уже. Сейчас, может, и лещ подойдет. Только поставил. Ух, тянется так. Тянется классно. Сейчас посмотрим. Может, что на струе там. Это же вообще тут можно на мормышку ловить. А, она стандартная тут. Одинаковая. Ага. У меня тут гирлянда есть. Да там дергало классно. У меня такая. Я такую даже не вижу. О, что-то тянется классно. Сейчас посмотрим. Ну, плотвичка, конечно. Не тот размер. Ух ты, сука, мелочи попадается, кошмар. Подозреваю, что там еще что-то есть. Да, есть. Попали в тюльку. Но порезанная рыба такая. Вот горло разрезанное прям. Что здесь так бодро телепает. Очень похоже не на хорошую рыбу. Да, но тянется классно. Сейчас посмотрим. Хорошо тянется. Может, нет, это сразу. Съедено. Вот это красота. Лебеди. Это покрупнее уже, на червя. Такая. Ой. Ничего уже. Здесь уже кто-то попался.
Здесь тоже один череп поставил. Бодается. А вот камеру на ту сторону поставить, потому что неудобно выбрасывать. Надо по ветру. О, так такая плотка уже нормальная. Такая. Андрюха, на червяк хорошая проклевая. А? На червяк хорошая проклевая. Бросил эту снасть тут, где только что хороший сход был. Ну, тоже такая ничего рыба вроде. Может, ух ты, тяжелая что. Может, несколько сразу хороших. Здесь на червя. Бодается как плотка. Ух ты. Ух ты. Вот это плотка, глянь. На червя, Андрюх. Так. И густерка. Но плотва, конечно, сказочная. Фух. Такая вот. Класс. Ну и поклевка, соответственно, была как заебала. Вот это поклевка. Просто сумасшедшая. О, и рыба, соответственно. Ой, наверное, несколько. Скорее всего, плотва неплохая. Дерется как угорелая. Ничего себе, забирает леску. Ух, как она стартует. На таких стартах и уходишь. Классная плотва. Обалденного размера. Глянь, Андрюха. Плотка. Сумасшедший размер. На червя. Став червяка. Ты представляешь? Два червя съела. Два крючка. Это же надо. Красавица. Очередная поклевочка. Есть. А, сравнительно не крупная. На плотву похоже. Очень бойкая. Не хочет в лунку заходить. О, хороший размер. Андрюха, ты высоки. Хорошая плотва. На червя. Вот это поклевочка. Вот это, скорее всего, плотва. Такая мощная. И, наверное, не одна. Но мне надо одну на килограмм. Наверное, плотва обладается, конечно. Не, это не та. Он помощней что. Не выкидывай его. Ух, красавица. Андрюха, гляни-ка, плотка. Класс, на червя. На червя. Это я, наоборот, подстегиваю. Стимулирую. Друзья, поставил здесь на дальней дистанции от берега. Практически на середине. Недалеко от проталины. Ну, вот произошла поклевка, а сейчас что-то затихло. А нет, что вроде сидит. Надо проверять, продолжит или пал. Не занят был. О, есть рыба. Такая вроде ничего. По сопротивлению. Упадается. Может, плотва. То снасть от берега перебросил, потому что под берегом там-то какая-то мелочок и то. Понятно. Взяла на червь. Скорее всего, плотва. Сумасшедшая просто. Да, плотка. Кстати, в очень классном размере. Андрюх. Червя сожрала просто в секунду. У нас очень мало червяка. Красивая рыба. Прелесть.
красила просто как сумасшедшая. Может, сейчас на мотыль перейдем, так она более активизируется, но будет улетать еще много мелочи. Не хочется мелочи ловить. Порой улетает очень классная плотва, такая зачетная. Но у меня уже дубасит, там надо идти снимать. Ну, что здесь у нас живет? О, тяжелая сразу такая, нагрузка классная. Наверное, плотва. Какая она зверская. Что она творит? Просто. О, какая плоточка. На мотыля взяла. Ну, это тоже на мотыля. Ага. Ну, класс. Такая красавица. Прелесть. Посмотрите, что делается. Вот это бутылка. Глянь, Андрюха. Это же-то хорошая, присела. Ого, очень тяжелая. Это очень тяжелая, но на плотву похоже, там не лещ. Очень бойкая. Может, моя мечта — плотва на килограмм. Это не то, зачем мы ехали. Это тоже не то. Вот это что-то похоже. Ой, красавица. Это хорошая. Зачет. Фух. Ох, у Андрюхи там зазвенело. И здесь тоже такая мощная потяга была. О, висит. Что, небольшое вроде? А, нет, нормально. О, вот это нормально. Сразу так. Плотва, наверное, бодается. На последний. Вроде ничего по размеру. Но не хочет в лунку заходить. Красивая. Такая уже с алыми плавниками, нерестовая. Скоро на нерест будет. Вот это, друзья, такие вот поклевки. Вот такие вот поклевочки. Ого! Очень бодрая. Плотва, скорее всего. Выбивает леску из рук. Такая живая. Очень сильная. О, красивая. Я вижу. Отличная. Очень хорошем размере. Только снасть эту заставил. Моментальная поклевочка. Вот только-только бросил. Что значит в рыбу попасть? Вот она. Работает. Классно. Ой, тяжелая такая. Может, несколько, правда. Все слезало, всех червей. Надо по-новому заряжаться. И там что висит. Вот так вот. Нашли наконец-то рыбу. Получаем удовольствие. Друзья, посмотрите на эту поклевку. Это что-то. Это что-то. Ух, что-то тяжелое. Надеюсь, это моя килограммовая плотва. Говорю, надеюсь, это моя килограммовая плотва. Да ты что, так загнула, классно. Ну, тянется как густера, правда. Ух, как она здесь
в шахте бьется. Не такая уже и крупная. Но красавица. Класс. Ого, Андрюхи звенит там. Так у меня такой колокол. Почем, потом звенят колокола. Ого, у меня тут тоже разошлась так, не на шутку. Ух, да ты шо, кило полтора где-то плотва идет. Да? Такая вроде ничего, очень идет. Если не сорвется, то побъедала все. Когда она успевает, только поставил. Еще лет 5 ей расти до полторушки. Не, вот такая постоянно идет, вон, смотри какая. Как одна хорошая. Так, ничего. О, приятная тяжесть. Хорошо идет. Наверное, несколько штук. Потому что так хаотично дергается. Но, ух ты, блестит подо льдом. Класс, так видно яку. Хорошая плоточка. Наш размер. Это еще не все. Там поменьше. И это еще не все. Там еще поменьше. Ударенная хищником. Хорошо бодается. Глянь, уже снова там телепая. Ну, тики кину. Вечерний клёв. Вечерняя раздача пошла. Ух, повидало все на свете. Кошмар, что творится. Ну, хорошая плотка. Ух. Зеленый вечер. Рыбка слегка активизировалась, в общем. Только заставил, так и есть. Такая уже покрупней. Подается мелочи. Мало. Только поставил сюда, пришел, уже там бьет. Два вертолета обслужить очень сложно сегодня. Нашли место просто классное. Не показал, красивая такая плотка. Буянит. Что тяжелое тянется. Ого, бодается здорово. Но вес такой чувствуется классно. Да.
закончилась наша рыбалочка. Собираемся уже домой, потому что солнце село. Еще буквально минут 15 максимум, и уже будет темно. Андрюха еще катает, хватает последние моменты зимней рыбалки. Я уже наловился. Это наше закрытие уже сегодня будет по зимней рыбалке со льда на реке Днепр. Уже сложно и опасно очень выходить. Я не рекомендую, кто надумается. Потому что местами лед просто сито. Каша такая сантиметров 30-40, которая печней моментально пробивается. В целом рыбалка мне понравилась. Она была трудовая такая, как мне нравится. И результативная. Все-таки мы рыбу нашли. Единственное, что очень много мелочи попадалось нам. С помощью мотыля было сложно ее отсеять. Надо было применять опарыш, тоже не помогал отсеять нам мелочь. А вот червь, которой у нас было немного, нам принес хорошие такие бонусы. Классная, красивая плотва такая весенняя. Самцы уже шершавые, самки такие надутые, с алыми плавниками. Вот мой улов, который мне удалось поймать. Самую крупненькую рыбку отобрал. Мелочь выпустил. Такая красивая. Вся живая. Сегодня тепло очень было. Настоящая весенняя погода. Здесь нашли такое место, что спрятались. Не только рыбу нашли, но и от ветра сильного спрятались. Такие вот красивые есть плотвицы. Все. Рыбалка удалась. Очень доволен рыбалкой. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мою страничку в Instagram. Там самые свежие новости. Ну а всем пока-пока. До новых встреч.